Аузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и хотим принести свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламуллахи алейха. Уважаемые телезрители, мы на прошлых передачах начали обсуждать и затронули тему роли госпожи Фатимы Захры, саламу алейха, в истории человечества с точки зрения ислама. Для этой темы мы пригласили вновь в нашу студию уважаемого гостя Худжат Ислам Валь Муслимин Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, мы уже множество передач обсуждаем одну тему, именно роль госпожи Фатимы Захры, саламу алейха, в жизни человечества. И вы на прошлых передачах разъясняли поверхностное понимание, которое люди привыкли воспринимать, то есть именно роль Фатимы, саламу алейха, в истории. Но вы сказали, что есть еще более глубокое понимание, на которое мало обращать внимание, но это самая важная самая роль ее. Могли бы объяснить, почему не обращать на это внимание и насколько она важна, и разъяснить это? Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайдил анбияи валь мурсалин, ва аля алихи тайбин, таахирин аль маасумин. Я приветствую дорогих телезрителей. Ну, говоря о том, почему на это не обращается внимание, почему эта роль с этой точки зрения не обращается внимание, мы обращаем, когда обращаем внимание на предание, на аят священного Корана, на Коран, на кораническое учение, на ислам, как ни странно, мы больше с этой стороны наблюдаем роль ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха. Но это взгляд откровения, взгляд религии, взгляд священного Корана, взгляд непорочных преданий, хадисов, которые смотрят на происходящее событие абсолютно с другой точки зрения, намного более глубже. Мы к этому глубокому взгляду, к этому глубокому пониманию не привыкли. Мы привыкли к этим материальным причинам и следствиям, материальным событиям, череде этих событий, где одно приводит действие, приводит к другому. Мы привыкли к тому, что когда человек, например, если он что-то такое купит и в два раза, в три раза дороже продаст, мы считаем, что это причиной является причиной обогащения. Да? То есть мы на причины и следствия смотрим немножко с этой точки зрения, более поверхностно. У непорочных, у священного Корана нету абсолютно такого взгляда, такого понимания вещей нету. То есть мы, допустим, я еще более ясный пример приведу. Мы считаем, что если человек не поделился, то есть вот он зарабатывает, например, 100 тысяч рублей, он, допустим, эти 100 тысяч рублей тратит только на себя. Например, покупает какое-то имущество, копит на имущество, например, собирает что-то там, коллекционирует и что-то покупает, что-то, например, золото, например, скупает или валюту скупает или что-то такое. Мы считаем, что это причина чего? Обогащения. То есть он таким образом обогащается, становится богаче. Но мы, если обратимся к пониманию непорочных, пониманию откровения, мы не обнаружим подобного понимания. Откровение не считает, что это действие является причиной обогащения ни в коем случае. Вообще никакого обогащения, ни духовного, ни материального. Что это не есть причина духовного обогащения. Но мы, это слыша, мы говорим, ну как так? Мы же понимаем, что это обогащение. Что это не так. Это абсолютно не так. То есть откровения и непорочные понимают это совершенно иначе. У них совершенно другой взгляд. Они считают, что наоборот, если делиться, человек становится богаче. Это их взгляд. То, понимаете, то есть... Разный взгляд. Это полностью противоположный взгляд. Я привожу простой пример, более такой ощутимый, более актуальный, может быть, в какой-то мере актуальный пример. Ну, естественно, мы, простые люди, простые верующие люди не имеют такого взгляда, такого глубокого взгляда на события, на причины и следствия, не говоря уже о неверующих, об остальном всем человечестве. Тем более, что современная наука, гуманитарные науки в первую очередь,
история и методология науки находятся под невероятнейшим, просто невероятнейшим влиянием людей, которых мы называем неверными, неверующих людей, под большим влиянием этих людей. Ну, естественно, в анализе истории и во всех остальных науках они свое понимание, свое мировоззрение, свое отношение к этим причинам и следствиям, и событиям, череде событий, они, естественно, этот свой взгляд воплощают и как-то реализуют в этой своей научной методологии. Но откровение имеет совершенно другой взгляд, совершенно другое понимание. Когда Священный Коран, например, порицает людей, которые завидуют людям, которые накопили имущество, то есть у них много, большое имущество, Священный Коран их порицает. Говорит, в этом нет никакого счастья. Мы, конечно, это понимаем с какой точки зрения? Мы это понимаем так, что Коран это порицает, потому что... Почему? Но Коран, он всесторонен, откровение всестороннее. Священный Коран порицает в том числе и в том, и потому, что с материальной точки зрения в этом нет никакой пользы. Даже в материальной точке зрения в этом нет никакой пользы. Поверьте мне, это понимание Священного Корана, было бы человечеству намного проще, если бы люди жили иначе. Было бы даже богачам было бы проще. Человек накапливает и должен нанимать для своего имущества огромную охрану и тратиться на охрану. Накопив это имущество, он вынужден бояться за это имущество, беспокоиться о том, чтобы кто-то его не убил, кто-то его не ограбил и так далее. То есть он, другими словами, проще говоря, теряет абсолютно спокойствие. Теряет спокойствие. А если бы люди стремились к другому, они были бы богаче, они были бы самодостаточными, у них было бы то, что им нужно. Завистников не было бы столько, врагов. Было бы проще жить, намного было бы проще жить, спокойнее жить было бы. Если к чему человек стремится? Просто к тому, чтобы у него где-то на счету была большая цифра? Спокойствие. Эта цифра ему, как ему кажется, является гарантом чего-то там. Так? Так эту гарантию нужно зарабатывать не накоплением этих цифр, а наоборот. Раздачей этих цифр нужно это спокойствие зарабатывать. Помогает окружающим. Почему люди грабят? Почему? Потому что в обществе, где, например, один из примеров, да, одна из причин, когда в обществе слишком большая разница между бедными и богатыми, и бедный при всей своей сложности своей жизни, при всех своих трудностях, при этом еще и вынужден наблюдать роскошь и удобства богатых слоев населения, ну, естественно, это вызывает общественный дисбаланс, вызывает появляются общественные болезни, в результате которого страдают в том числе и богатые, вне всякого сомнения. Поэтому у откровения, ну, это я попытался всего лишь объяснить причину, почему Священный Коран накопление имущества не считает средством к счастью, к благополучию и так далее. Даже в материальном его смысле. Не считает ни в коем случае. Поэтому этот взгляд откровения, он, как мы видим, абсолютно другой. То есть по-другому смотрит откровение на вещи, на события, на причины и следствия. И что касается ее светлости, Фатима Тузахра, саламу алейха, мы эту всю историю рассказали не просто так. И важность понимания тех событий, которые происходили в последние дни жизни его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, и после смерти его светлости, то, что происходило, понимание, важность понимания всего этого колоссально в понимании роли ее светлости Фатима Тузахра, саллаллаху алейхи ва алейхи, именно со второй точки зрения, с точки зрения откровения. Почему? Потому что мы видим, что невероятный свет, «зикр лиль алямин», то есть это не что иное, как поминание для миров, Священный Коран, то, что принес его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. То есть масштаб
милости Бога, как, или как сказано в аятах священных, «Аль-йома акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати». Я довел до конца свою милость над вами, подразумевая откровение, подразумевая учение Его Святости Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подразумевая ислам. И в понимании масштаба этой милости мы понимаем роль Ее Светлости Фатима Тузахра, саламу алейхи. Почему? Потому что мы обнаруживаем, что после Его Светлости этот свет, после Его Светлости Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, этот свет постарались и сделали все, чтобы потушить. И мы видели аяты из Священного Корана. «Ау кезулюматин фи бахрин люджиин, яхшаху мауджун фаукаху, мауджун фаукаху сахабун, зулюматун баадуха фаука бааз». То есть мы здесь увидели, что здесь просто тьма после Его Светлости Посланника Аллаха, тьма над тьмой, наслоение тьмы покрыли это учение. И здесь необходимо было... необходим был свет. И здесь, в этом же аяте, который мы зачитывали, об этом свете говорится, и Его Светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, этот свет растолковал. «Фаман ваман лам яджалиллаху ляху нура, фама ляху мин нур». Тот, кому не установил Бог свет, у того нет никакого света. Не даровал тому свет, у того нет никакого света. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, «Имамен нурен» – свет, то есть имама и руководителя и лидера мин гульди Фатима саламуллах алейха, из потомства Фатимы саламуллах алейха. Обратите внимание, имам Садык алейхиссалату вассалам говорит именно таким предложением: мин гульди Фатима. И то, что эти имамы, этот свет является из рода, из потомства ее светлости Фатимы Тузахра саламуллах алейха, здесь это этот фактор является ключевым в понимании роли ее Светлости Фатимы Тузахра, саламу алейха. Шейх, мы приветствуем вашу паузу, прошу продолжим нашу. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, мы прерываем небольшую паузу, до которой обсуждали ролик госпожи Фатимы Захры, саламуллах алейха, в истории человечества. Шейх Гурбан, хотелось бы, чтобы вы продолжили данную тему. Да, мы видим, что это этим светом, который может Бог даровать человечеству после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда это учение было покрыто тьмой, наслоениями тьмы, о которой мы говорили, что этим имамом может быть только некто из потомства, то есть из рода, из детей ее светлости Фатимы Тузахра, саламуллах алейха. И может быть некто из рода ее светлости Фатимы Тузахра, саламуллах алейха. Вот такой вопрос. Вот вы сказали, покрылись тьмой, несколько раз даже покрылись тьмой. Это вот покрытие тьмой произошло именно такой короткий период, то есть после смерти пророка сразу такое, или это уже происходило во время жизни пророка, вы имеете в виду, эта тьма? Оно же покрывало ислам, допустим. Нет, они никакой роли не играли.
То есть это с вами началось после Рома? Конечно же, конечно же. Это ключевое событие, которое изменило все. Это то событие, которое произошло в Сакифе. То, которое произошло в Сакифе. А почему дважды говорит тьма? Или нет, это, говорится... Приводится как огромная тьма, имеется в виду. Что это? Или несколько событий подряд. «Лам якед яраха». «Ида ахраджа ядаху лам якед яраха». То есть, когда достает человек верующую свою руку, он, то есть, настолько сильная тьма, настолько невероятная тьма, что человек чуть ли не может увидеть свою собственную руку. Здесь говорится, что в морской пучине тьма, морской пучине, над которой волна, над которой другая волна, над которой облако, все это покрывает свет солнца и его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. То есть этим имамом может быть, то есть что значит имам? Тем, кто выведет. «Ваннахари ида джалляха», как сказано в священном аяте священного Корана. Клянусь днем, который проявляет свет солнца. То есть этим днем является потомок ее светлости Фатима Тузахра, саламулла алейха. Этот человек должен вывести, этот имам, этот свет должен вывести человечество к этому солнцу, к этому свету, донести до человечества свет солнца, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. И такую роль, эту роль, эту важную, колоссальную, глобальную роль играет именно имам из рода Фатима, саламулла алейха. Осветить эту тьму. Убрать эту тьму. Да. И здесь, конечно, здесь каждый из имамов, которые были из рода ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха, они играли разную роль, но завершающую роль сыграет ее светлость имам Махди, аджаллаху фараджаху шариф, который также является потомком ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха. И в другом в предании от ее светлости имам Садик, алейхиссалату вассалам, я хочу подчеркнуть эту роль, которую они играют. Его светлость имам Садик, алейхиссалату вассалам, в достоверном предании, которое дошло до нас вот, в Кафи, в Усуль Кафи дошло до нас, его светлость имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит: «Биибадатина убидаллах». Благодаря нашему поклонению Богу люди поклоняются. Ну, как минимум люди поклоняются Богу. Благодаря нашему поклонению они ему поклоняются. Валяуляна ма убидаллах. Если бы не мы, если бы не эти имамы из рода ее светлости Фатима Тузахра, саламулла алейха, если бы не эти имамы, говорит имам Садик, алейхиссалату вассалам, то никто бы не поклонялся бы Богу. Не осталось бы верующих, не осталось бы поклоняющихся Богу. Не осталось бы света на этом в этом мире. Именно поклоняющихся, как нужно поклоняться, или вообще не принимающих Бога не осталось бы? Что имеется? Ну, здесь я даже не знаю, то есть само предложение, сам хадис о чем говорит. В любом случае, то и другое. Многие Богу поклоняются, допустим, сегодня, но они все равно не тому пути следуют. Не так поклоняться, как нужно поклоняться. Ну, я думаю, что, возможно, и то, и другое подразумевается. В любом случае, если человек поклоняется, например, истукана и думает, что поклоняется единому Богу, например, исказил в своем воображении единого Бога, но при этом думает, что он понимает, познал Бога, узнал Бога, это не очень-то и сильно отличается от того, что человек вовсе... Ну, конечно, есть отличия. Возможно, и то, и другое подразумевается, что вероятнее всего. То есть имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит, если бы не мы, то не было бы поклонения Богу, не было бы поклонения единому Богу. То есть не было бы света, не было бы ничего положительного, ничего светлого в жизни человечества, в жизни людей. Но этот имам, он должен был родиться, то есть люди, которые сыграли и сыграют в будущем, будут играть также в будущем эту невероятную роль в истории человечества, в жизни человека, они должны были родиться от чистой матери и чистого отца, от чистых родителей. Потому что, почему? Потому что
эта роль, которую они сыграют, она невероятно сложна. Например, его святость имам Али, алейхиссалату вассалам, когда сражался с хариджитами, он подчеркивал, что никто этого никогда не смог бы сделать, сражаться с хариджитами. Знаете почему? Потому что хариджиты, они были невероятными, даже современные, даже те люди, которые жили намного позже хариджитов, поражались их вере, как им казалось. Им казалось, что они были невероятно верующими. И сложно было поднимать против них мечи, против хариджитов. Почему? Потому что они выглядели невероятно... Чтение Корана. Чтение Корана, поклонение множественное. Зуссафинат, их лидера звали Зуссафинат. То есть Зуссафинат это означает покрывшийся мозолями. Зуссафинат. То есть у него мозоли были не только на лбу от земного поклонения, у него были мозоли на руках, на коленной чашке и так далее, и так далее, и так далее. То есть он полностью был покрыт, то есть поэтому Зуссафинат его называли, покрывшийся мозолями от поклонений. То есть это сложнейшая роль и очень тонкая роль, очень глубокая роль, которую сыграл его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, уничтожив эту группу людей, которые преподносили себя как хороших, благородных, возвышенных, духовных людей, на самом деле были на дне, на самом деле были падшими. Против, да, наместника Аллаха. Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, эту сложную работу провел. То есть это та работа, которую проводят эти имамы, они, это крайне сложная работа, крайне чувствительная работа. Кстати, мы эту тему обсуждали по поводу пророка, что он должен был быть из чистого рода. То есть, помните, на прошлых передачах, на других передачах мы обсуждали то, что человек, который ведет с собой весь мир, можно сказать, он должен быть из чистого рода. Да, именно поэтому, то есть это мы видим невероятную сложность, невероятную ответственность, невероятную чувствительность этой миссии, которая возложена на них. И подобно люди могли родиться от чистой матери и чистого отца. И эту чистоту, сохранить эту чистоту, обрести эту чистоту, достичь этой чистоты, конечно же, не каждый человек может. И необходимо было, чтобы была такая женщина, как Фатима, Туз-Захра, саламуллах алейха. Почему? Потому что мать и отец играют колоссальную роль в формировании человека. Даже до того, как он родился, даже до того, как он был зачат, то, что делают родители, они играют, это с точки зрения откровения, с точки зрения исламского учения, играют колоссальную роль в будущем формировании этих личностей. Их здоровье, их духовном и физическом здоровье играет невероятно колоссальную роль. И такая роль ее светлости Фатима Туз-Захра. И обратите внимание, когда мы говорим об аяте из суры Нур, когда Всевышний говорит: «Аллах нуру самавати валь ард, масалу нурихи камишкат фиха миспа», и уподобляет лампе, уподобляет ее светлость Фатима Туз-Захра, саламуллах алейха, лампе, согласно толкованию его светлости имам Садыка, алейхиссалату вассалам. И более подходящим толкованием этого, более подходящим, подобающим пониманием этого является именно эта роль ее светлости Фатима Туз-Захра, саламуллах алейха. То есть это уже не физическая работа, это не перенесение одного предмета из одного места в другое место. Это не подобная работа. Это работа духовная, духовная, изменившая, сохранившая свет ислама, свет священного Корана, свет последнего откровения и озарившая собой человечество, будущие поколения человечества. Это духовная работа, работа по самосовершенствованию, по самоконтролю, самоочищению. Это роль невероятная. То есть А можно ли как бы сравнить, что чем плодотворнее земля, тем лучше урожай? И грубо говоря, сказать, что госпожа Фатима, насколько бы высокое положение имела бы перед Аллахом, насколько она сейчас была, настолько высокое положение из ее рода будут люди, которые будут... Можно, да, можно такое... Именно эту роль вы имеете в виду для нее? Да, да, то есть можно и такое, но я пытался на протяжении этих передач передать смысл, но опять-таки я с самого начала сказал и повторяюсь еще раз, я
совершенно безоружен в описании этой роли. Это просто невероятно. Это я даже не могу донести в той степени, которая доступна моему неполноценному пониманию. Даже то, что моему неполноценному пониманию доступно, я не могу донести. Нету слов, чтобы это описать, не говоря уже о том, чтобы говорить о том, что мне недоступно. Вне всякого сомнения, в роли ее светлости, саламулла алейха, есть нечто более невероятное, что недоступно нашему пониманию. Потому что, когда Бог сравнивает ее со своим светом, есть еще другие предания, и с позволения Бога мы в будущем еще приведем эти предания, и говорит о невероятных, о тех вещах, которые просто нашему воображению даже недоступны. Но в любом случае, да, именно об этом идет речь. Но опять-таки, здесь слов на самом деле не хватает, чтобы это все в полной мере описать. Здесь прежде всего необходимо иметь правильное понимание человеческой жизни, человеческой роли и духовных и процессов. И ценностей, да, совершенно верно. Это нужно понимать прежде всего. Если мы будем подходить ко всему этому, как я уже говорил в самом начале, к пониманию истории личности и их роли через эту призму, общепринятую и поверхностную призму понимания истории, то мы ничего просто не поймем. Не выйдем для себя никаких. Да, никаких выводов для себя не сделаем. Но имея тот взгляд, который имеется в откровениях, потому что, обратите внимание, Всевышний говорит «Масаль нурихи ка мишкат» и сравнит это Фатима Тузахра, саламу алейха. Сравнивает, говорит, нур, свет Бога подобен лампе. Сравнивает с Фатимой Тузахра, саламу алейха, согласно толкованию имама Садыка, алейхиссалату вассалам. Шейх Курбан, спасибо большое за то, что пришли вновь и объяснили такую важную тему. Спасибо. Наша передача подходит к концу, я вынужден с вами на этом попрощаться. Спасибо еще раз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. А вам мы вновь приносим свои соболезнования и прощаемся до следующих передач. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.